Всем привет! Вы находитесь на канале Magic 5, и сегодня снова невероятно популярный челлендж. Но в этот раз он будет состоять полностью из фокусов. У нас есть вот такие дротики и карта, на которой нарисованы разные предметы. Если ты бросаешь дротик и попадаешь в один из этих предметов, то ты идешь в это место и показываешь там фокусы со всем, что там есть. Все понятно? Да! Погнали! Бам! Ну что, прямо сейчас мы узнаем, кто же будет первым бросать дротик. У него будет больше всего шансов. Мы это все сделаем на Magic 5, и тот, кто выиграет и бросает первым. Ну что, пацаны, готовы? Да. Давай, 3, 2, 1. Magic 5! Уу, я бросаю первым! Йоу! Первая попыточка, ребят. У него не получится. Главное, чтобы попасть в карту. 3, 2. Бургерная! Ребятки, посмотрите! Смотрите, еще чуть-чуть и все! Я попал в бургер, поэтому нам придется отправиться в ближайшую бургерную и показывать фокусы со всем, что там есть. Я не знаю, где одного фокуса с бургерами. Ну что, погнали! Ну что, друзья, сейчас нам нужно найти ближайшую бургерную, потому что сейчас у нас очередь Димончика. Да, и нам для этого потребуется наш любимый магический инструмент Яндекс.Карты. Заходим в Яндекс.Карты и давайте в первую очередь посмотрим, где мы находимся. Мы находимся с вами вот примерно вот тут. И в поиске нам нужно найти ближайшую бургерную. Вот тут, кстати, сразу выдает тебе, где поесть. И также выдает заведения ближайшие по рейтингу, оценки заведения, отзывы. И вот, например, я вижу здесь, Макдональдс просто идеально нам подходит. Нажимаем «Проложить маршрут», и нам показывают, что идти всего лишь 5 минут. Ну что, отправляемся именно туда. Погнали! Ну вот я купил себе покушать. Давайте посмотрим, что я со всем этим смогу придумать. Картошка так вкусно пахнет. Начнем прям с нее тогда. Это магия. Поехали. Ребята, вот и все, я отстрелялся, все, что смог, что придумал, все вам показал. Теперь очередь ребят, посмотрим, как с этим они справятся, что они придумают, какие фокусы будут показывать и куда они попадут, в какое место. Очень интересно, давайте посмотрим. А сейчас мы узнаем, кто же будет под номером 2 вместе с Артурчиком. Нам нужно сделать всего лишь на Magic 5 это дело. Давай, 3, 2, 1. Magic 5! У-ху! Я буду бросать Никитка в сторону. Удачи тебе. Чу, ауч. Так, главное прицелиться. Я попал. Он попал! Кнопочку подписаться! А знаешь, что тебе нужно прямо сейчас сделать? Под этим роликом нажать на такую же кнопочку, чтобы подписаться на наш канал, потому что нас уже 3 миллиона. И давайте вместе добьем до 4. Давайте так, если из этого видео на нас подпишется больше 100 тысяч человек, а под роликом внизу мы увидим больше 300 тысяч лайков, то мы выпустим свою колоду карт Magic 5. Ты нам не доверяешь и думаешь, что я не существует? Смотри. Заметил? Если нет, пересмотри. Это очень круто. Погнали. Поставьте. Ребят, пошутили и хватит. А сейчас я намерен попасть именно в одежду, потому что я очень много фокусов с ней знаю. Погнали, целимся. Я попал! Он попал в колокольчик.
И тебе нужно сделать то же самое. Просто берешь и нажимаешь со всей силы на этот колокольчик, который находится снизу. И тогда ты не пропустишь выход нашей именной колоды карт Magic 5! Что, я остался последний? Я не буду бросать как девочка, вот так вот. Я буду бросать как настоящий самурай. Ну что, погнали? У меня выбора немного, но я думаю, у меня все получится. Смотрим. Повезло с бургером, но я попал очень мощно. Давайте еще раз. А ну смотри. Смотри, я коснулся желтой игры. Это в супермаркете. У меня очень много идей. Ну что, погнали их реализовывать. Ну что, друзья, нам понадобится супермаркет, в котором будет очень много свободного места. И поэтому я воспользуюсь Яндекс.Картами. Итак, для начала нам нужно понять, где мы находимся. Нажимаем вот сюда. Вот он я. Итак, нажимаем на поиск. Здесь показываются разные категории. Нам нужно выбрать магазины продуктов. Так, здесь показываются, правда, маленькие магазинчики, поэтому воспользуемся фильтрами. Нажимаем на фильтры, и нам нужен большой супермаркет. И нажимаем «Показать результаты». Так, вот нам идеально подходит Ашан для этого. Мне очень нравится функция, когда ты нажимаешь вот сюда, и ты можешь прямо увидеть, где будет находиться этот супермаркет. Смотрите, даже вход показывается. Ну все, давайте прокладывать маршрут. Ну все, погнали быстрее, а то начинается лютый дождь! Вот и настал мой черед, я уже нахожусь в супермаркете, я безумно волнуюсь, но прямо сейчас я покажу вам, что вам нужно делать, если вы купили не те чипсы и хотите поменять вкус. Погнали! Итак, возьмем, допустим, вот паприку, потому что я ненавижу паприку, это отвратительный просто вкус, но у меня есть выход, если их просто немножко встряхнуть, раз, два, бум, я их встряхнул, и они поменялись на полностью зеленые чипсы, это сметана-зелень, я их реально обожаю, ну что, погнали дальше. Друзья, купил Артуру 3D, но он оказался с корицей, а я знаю, что он не любит корицу, поэтому смотрите, что я придумал. Раз, два, бум! Две жвачки намного лучше, чем одна. Димон, я безумно хочу сладкого, но у меня есть одна идейка. Подходи поближе, смотри, за M&M'сенкой. Теперь эта пачка уникальная. Второй такой пачки в мире не существует. Сравни. Только надеюсь, меня охрана не спалит. А вы знали, что хлопья с разными вкусами звучат абсолютно по-разному? Давайте я вам покажу. Допустим, хлопья из цельной пшеницы звучат вот так. Допустим, шоколадные хлопья вообще по-другому звучат. Послушайте. Но мне гораздо больше нравятся молочные хлопья. Смотрите. Они реально очень круто звучат. Погнали дальше. Ну что, надеюсь, тебе понравилось это видео, а также хотелось бы сказать, что магия Яндекс.Карт помогла нам справиться с задачей. Все технологии — это действительно магия и чудеса. Вместе с этим сервис приносит в жизнь пользователей легкость, волшебство и магические решения. То есть, если ты хочешь жить проще и легче, то просто используй магические карты. Обязательно переходи по ссылке в описании и скачивай Яндекс.Карты. Ну и не забывай, сейчас решаешь полностью все ты. Напиши в комментариях, кто победил сегодня в челлендже. Это был Дима, Артур или Никита. Все решаешь только ты. Ну и не забудь нажать вот сюда. Нажимай на вот этот видосик. Он нереально крутой и магический, вообще советую нажать. Не пропусти это. Не забудь написать лайк и комментарий. Ну а на этом все. Пока! Пока!